Всем привет! Разместился я в каком-то техническом окопе, потому что сверху это еще не сильно дует ветер. Вы меня вообще бы не услышали. Итак, как вы знаете, на канале «Контрольный спуск» его автор создал инициативу на сайте Рои об общественных обсуждениях ПЗ об оружии в России и обороте патронов к ним. Как-то примерно такое название. Идея толковая. Я там тоже проголосовал. Буквально вчера. Это реально занимает, ну, 3 минуты. Хоть я скептически отношусь к сбору разных подписей и так далее, но стоит все-таки этим заняться. Ну, во-первых, сильный гражданин – это вооруженный гражданин. Сильное государство – это где граждане тоже вооружены, естественно, в рамках закона. Но у нас в последнее время подзакрутили гайки. Все это знают. В общем, ближе к сути. Как автор канала «Контрольный спуск» говорит, что зовите там 10, 15, 20 друзей. Ну, если смотреть правде в глаза, у кого есть хотя бы 5 реально друзей – или 5 реально единомышленников. Да ни у кого. Поэтому там всего лишь на данный момент времени за эту инициативу проголосовало где-то 35 тысяч человек. Что-то около того. Но есть выход. Смотрите. Вы точно сможете принести, ну, хотя бы один голос. Может быть, 2. Ну, или 3, если повезет. Чьи это будут голоса? Ваши мамы, папы, бабушки, дедушки. Они хоть раз в жизни, в любом случае, обращались там за получение справки об отсутствии либо наличии судимости, о получении еще каких-либо справок, о записи в поликлинику. И все это делается через госуслуги. То есть они там уже зарегистрированы. И вы просто вместе с ними садитесь, заходите на сайт Рои, все ссылки будут в описании на эту инициативу. И также, соответственно, через единую систему идентификации и аутентификации там, с аккаунта вашего мамы, папы, бабушки, дедушки, вы заходите и голосуете за эту инициативу. Но неужто ваши родственники вас не поддержат? Я думаю, все будет нормально. Ну вот минимум 2 голоса, вот точно вы сможете в это дело все притащить. И это поможет продвижению данной инициативы. Все ссылки будут в описании. Ссылка на канал «Контрольный спуск» тоже будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Жмите лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.